Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Испанский скульптор в классическом стиле Дамия Кампени родился в семье сапожника 12 апреля 1771 года. Его первое обучение проходило в частной католической школе. После завершения начального образования учился в школе в Барселоне. Также работал в мастерских скульптора Сальвадора Гури Караминаса, а позже работал с Николао Трау. Затем он открыл свою собственную студию, получал заказы на религиозные скульптуры от нескольких местных приходов. В 1797 году получил стипендию от торгового совета для продолжения учебы в Риме. Там он познакомился со знаменитым скульптором Антонио Каноэ и провел 18 лет в мастерских Ватикан, создавая скульптуры на мифологические темы, такие как Геркулес и Нептун. Многие из его работ были отправлены домой в Министерство торговли. Вернувшись в Барселону, он стал профессором своей альма-мат, а в 1819 был назначен директором скульптурного факультета. Ему также предложили должность профессора настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо, от которого он отказался, и должность придворного скульптора короля Фернанда VII, которую он принял. Среди других его назначений должность академика в Сарагосе и настоящей Академии изящных искусств Сан-Карлос де Валенсия. Я пользуюсь Википедией. Он стал одним из первых преподавателей того, что сейчас является Королевской каталонской Академией изящных искусств Сан-Жоржи в 1850 году, несмотря на вопросы о его возрасте и здоровье. Многочисленные споры относительно его зарплаты и платежей за его скульптуру привели его практически к бедности. Его здоровье ухудшилось, и он умер от старческой дизентерии в своем доме в Барселоне. Его работы можно найти, среди прочих, в Королевской академии каталонских изящных искусств Сан-Жоржи и в библиотеке музея Виктора Балагера. В 1999 году в музее Фредерика Мареса состоялась ретроспектива его работ. Вот так вкратце из Википедии переводной о испанском скульпторе в классическом стиле Дамия Кампени. Пока-пока, до свидания.